рядом со мной в пакете лежала унция скорости. Люди вокруг меня казались какими-то мертвыми. Дышалось сложно, спертый воздух и душная комната. Хуже всего было то, что все говорили шепот. Стены заляпаны кровью, солнце сюда не заходит. Все, что тебе было дорого, мы продали и пропили. Холодный флоу на полной громкости моего голоса. Я скажу просто, чтобы поняли все твои покеры. Война идет уже давно, и она в твоем городе. Каково жить, знаешь, что я знаю все твои помыслы. Мне на каждого пуху, мне не тепло и не холодно. Не беспокойся, ведь я достаточно подготовил. Я здесь не чтоб тебя троллить, гонишь, я здесь поохотиться. Ищу твою лоли, сладкую, сочную, мокрую. Запишу с нее ролик, пьяная, голая, четкая. Я забью ее жопу своим безумным автографом. Дэнни на кухне обдолбаны со мною тёлочки. Листают комиксы, табачат понику. Предупреждаю, я конченый, ёбнутый. Я прыгну раньше, чем успеешь со мной поздороваться. Вам не помогут проповедники, копы, психологи, порнография. Оргии, да мы орки и гоблины. Это магия улицы, а не трюки и фокусы. Просыпаюсь ночами с кровоточащими дёснами. Меня успокоит только пуля мне в голову. Ведь я никто, если не будет жажды и голода. Пойми, что это как любовь без страсти и похоти. Ведь в творчественном суждено пробыть одинокими. Будь осторожен, не порежься осколками прошлого. Со мною рядом мои хоумис долго не пробыли. И остался один, но знаешь, даже не против был. Теперь нахуй идите со своими вопросами. 0,7 травы на весы и в пакете. 0,4 кокаина в конверте. Уже 100 раз мне звонили за вечер, чтоб захватил 2 пили и фены. Мы в мобильной квартире подъедем. Будь калины без левых, нашли у подъезда. Подъезд закрутил нахуй тихо из бланк. Подожгли и дым валит из мерса. Джин с прайтом пьем под тап 50 цента. Линии тянем, стекла через евро. Хуй не 40%, давать это мерка. Податые с глазами красными свекла. Идем кальян курить, лемон фреш бар. Дискуссия о футболе с фанатами Вердера. Постоянно занятые, вечно дела. Днем высыпаемся, делаем кэш вечером. Я ношу все, когда будут дети, семья. Всегда этим заниматься, мои нервы не сталь. Денег поднял, девочку снял, текст написал, трек записал. 90% рэперов кал. Дешевый фейк или байт, больше нечего сказать. Только бич, я плохой.